Добрый вечер, дорогие друзья, наши гости. Прежде чем сыграть следующее произведение, я бы хотел сказать пару слов о том, какую колоссальную работу за этот учебный год проделал наш оркестр. Мы поставили целую оперу Дидона и Эней. Это огромного количества большого материала, который мы освоили. С успехом исполнили на сцене Геликон оперы в марте, буквально недавно. Мы, помимо этого, подготовили огромную программу для грантов мэра Москвы. И, надо сказать, выступили там удачно. Настолько удачно, что прошли финал, который состоится 4 мая. То, что мы вышли в финал, означает, что мы стали лауреатами, но пока еще не знаем, какой степени. Это будет зависеть от того, как мы сыграем 4 мая. И я бы хотел поблагодарить всех участников оркестра за их труд, за любовь к музыке, без которой бы этого успеха бы мы не добились. Спасибо вам большое. Третий год в России объявлен годом педагога и наставника. На мой взгляд, педагог и наставник – это тот человек, который может кого-то чему-то научить, не указывая ему сверху, а сделав что-то вместе. Именно поэтому я решил сегодня эту пьесу не дирижировать, сыграть их вместе с оркестром. Самуэль Барбер, «Адажио для струнных», опус 11, сочинение 1936 года.